Первые учебные сборы военнослужащих запаса мобилизационного резерва завершены на базе одной из воинских частей Нижегородской области. Целый месяц отобранные кандидаты проходили огневую, строевую и тактическую подготовку, а еще практиковались в вождении техники и, конечно, стрельбе из автомата. Программа начата в этом году. В августе месяце президентом был подписан указ о создании мобилизационного людского резерва. И в рамках этого указа правительство области, военный комиссариат области обеспечивают набор людей и дальнейшую их подготовку в воинских частях. Трехдневные сборы проходят ежемесячно. Раз в год проводится полевой выход продолжительностью до 30 суток. За время сборов никто не заболел, все здоровы и веселы, бодры. И, соответственно, денежное довольствие выплачено в полном объеме, как договаривались. Питание отличное на полигоне. Попасть в запас мобилизационного резерва может любой гражданин, годный по состоянию здоровья по категориям А или Б. Возраст для прапорщиков, сержантов и солдат – до 42 лет, для младших офицеров – до 52 лет, для старших офицеров – до 57. Служба информации, Олеся Дедова, Вячеслав Орлов.